А это у нас, как вы сами, ребята, видите, и правда Лего. Погнали. 700 золота, гемасы, хата с гоблин. Ну что, друзья, всем огромный привет, с вами Викинг, и как вы поняли, сегодня мы с вами немножко поиграем на моем, получается, втором аккаунте, тот, что Брюлик, и посмотрим, что у нас тут с вами в целом получится. Как вы сами видите, у меня тут сезонная награда подъехала, я ее не собирал вообще, поэтому сегодня соберем, чекнем, что там вообще лежит. Если выпадет легендарка, это будет просто мега охренительно, поэтому давайте посмотрим, правда, вдруг, если, вдруг, вот реально, а вдруг, пацаны, повезет, это же будет прям четко, правда, поэтому погнали, погнали, вскроем, и, собственно, после этого полетим нагибать всех и вся в глобал. Так что погнали. Немножко... Так. Пацаны. По ходу дела... Это у нас легендарочка. Та... Подожди. Слушай. А это у нас... Как вы сами, ребята, видите? И правда Лего. Ну что ж, возьмем немножко шариков, а в качестве легендарки, ну, для начала нужно, соответственно, глянуть, что у нас там, как говорится, дают на выбор, а у это... Опа! Друзья, ну я думаю, все прекра... Слушайте, плюс сразу же прям такое настроенница для видоса. Новая Лего. Чтоб вы понимали, пацаны, этой легендарки у меня нет даже на основном аккаунте, но зато она здесь теперь есть. Охренеть. Не, ну вот это жестко. Вот это вот на самом-то деле правда жестко. Слушайте, все. Ну, у меня сразу же плюс мораль. Погнали, погнали, ребят, по-быстрому чекировать. Так, закупаем, соответственно, разряд. Сразу же смотрим, друзья, реально чекайте. Вот, сейчас покажу вам. Так, новая Лего. Вот она. Найс. Вот это вот реально четко. Так, все, я вас прекрасно понял, гайс. Окейшки, так, тогда открываем, собственно, вот эти вот сундучки. Открываем вот этот вот сундучок также по-быстрому. Ну и, в принципе, все, пацаны. Погнали. Погнали катать глобал. Самое главное сейчас это. Не нарваться на кого-то жесткого. Типа вот этого братка с... С 12 левелом. Офигенно. Так, ладно, ну мы, пацаны, с вами это, не лыком шитые. Я думаю, то, что сейчас выкрутится для нас, ну это просто не проблема будет. Поэтому погнали. Я понял, подождите, так, стоять. Ну это же, ну правда, ну не проблема. Вроде как должна бы быть. Так, сейчас, секунду, я вас понял. Так, подождите, ребят, буквально один момент. Буквально один момент, запаем вот таким вот образом. Все, братик, спасибо тебе огромное за твой таур. Ну, правда, от души, я не буду лукавить. Мне правда приятно, реально. За это тебе прям спасибулечки. Так, секунду, ребят, подожди, ледяной танкует, четко, ледяной танкует, классно, так. Пока все, ребята, под контролем. Это как бы не может не радовать, это как бы просто офигенно. Так, тут мыши нам хлопают. Можно бомбера забрать? Найс. А-а-а. Слушайте, нормально так дэмэджа справа. Как бы настолько нормально, что, по-моему, вышки уже нет, да? Я вас понял. Так, ладно. Пацаны, ну ничего, мы сать, что ли, будем? Мы не будем сать. У нас с вами все четко, у нас с вами все просто... У нас с вами все зашибок. Поэтому смотрите, что мы с вами делаем. Блин, я бы в идеале, на самом деле... Дождался его голема и выдал бы мега-рыцаря с гоблинами. Прям по центру. Вообще на пофиг. Так, подожди, хотя можно его так вот сделать, попробовать. Так, мега... Мега-рыцарь, боже! Земля ему металлом, пацаны. Так, конечно, гоблины здесь постараются, зафигачат. Сняли они нормально. К гоблинам-то вопросов нет, ребят. Но есть вопрос к тому, что, по-моему, нам сейчас с вами жопа. Прям вот, знаете, самую-самую малость так жопа. Пацан, боже, как все плохо сейчас у нас, по ходу дела. Так, подожди, забираем мага. Так, нормально, мага мы забрали. Пламиками ведь тоже заберем, это же не проблема для нас. Так, подожди, тут прозапали вот такие вот. Слушайте, чё ж так потно-то, охренеть, что-то реально катка вообще не из легких, по ходу дела, будет. Именно, знаете, челик давит прокачкой и как бы не больше. Так, бро, давай своего голема, я уже жду. Давай голема, гад. Это почти голем, это вот буквально немножко не дотягивает до голема, но вот это вот дотягивает на идеальный поезд. По-моему, да, вроде когда. Охренеть, его настолько быстро разобрали, что он даже тычку не успел дать. Приколите, пацаны. Вот это вот жестко, на самом деле. Вот это вот было вообще прям мощно. Я вам скажу честно, это было реально жестко. Так, подождите, пацаки. Так, тихо. Забираем, разбираем. Так, нормально, держимся. Слушайте, капец, катка реально просто мега напряжная, по-моему. Так, фигачим разряд здесь. Блин, какой кривой разряд. Земля мне пухом. Так, миньоны заберу. Да, миньоны забирают. Пацаны, тихо.
все под контролем, все нормально. Справа мы тоже забрали. Так, ребята, боже, почему настолько потная катка? Я просто не понимаю. Мега рыцарь, мышки, просто пытайтесь максимум дэмэджа, я вас заклинаю, ну серьезно. Так, кабан не особо сильный, ребята, у меня, поэтому много урона от него просить вообще бессмысленно. Это просто, это глупо, это реально глупо. Много урона мы от него вообще никак не получим. Так, подождите, ребят, смотри, что делаем дальше. Вот так. Так, тихо. Я тебя понял, гад такой, я тебя прекрасно понял. Так, ребят, тут гоблины срочно нам в помощь идут. Тихо, разбираем. Беспалевный, просто максимально беспалевный хок. Готовим поизон на орду миньонов. Да, вот это вот орда миньонов как раз. Так, хок дает тычку, за это ему огромная респектуха. За это хогу спасибо. Так, ребят, делаем дальше вот таким вот образом мы с вами. Здравствуйте, дорогой товарищ. Все у вас нормально вроде как, я надеюсь, да? Надеюсь, да. Так, тихонько. Блин, пацаны. Ну немножечко додавить этого дивулика остается. Давай, разряд. Друзья, я думаю, то, что эта карточка все-таки достойна лайка, да? 31 трофей. Да хрен бы с этими трофеями. Сама победа. Это жопа. Просто охрененная катка. Зарядившись моралью, я просто беру и иду в next каточ. На изях вообще. Даже не са. Ничего. И... Блин, все-таки прошлая катка вышла просто охренительная. Ну прям серьезно, Я вас понял, сэр. Здравствуйте. Я вас понял. Вы говнарь еще тот. Окей. Мы это дело попробуем как-нибудь потом исправить. Хотя я не знаю, как это дело исправить. Это не исправить уже. Это как бы от природы заложено. Я вас понял. Так, ребята, здесь мы прозапали вот таким вот образом. Ни хрена себе у него цикл. Он уже до ледяного докрутился. Ты приколи. Не, мы, конечно, дэмэджа своего выдали. Прям малость самую. Но все же. Но что-то как-то, если честно, по-моему... Побольше, что ли, хотелось бы. Я, конечно, ни на что не намекаю, но, по-моему, урона можно было бы, правда, и побольше попробовать нанести. Так, ладно, пацаны, в любом случае все нормально. В любом случае, мы все контролируем. Дела обстоят довольно неплохо. Так, вот тут, пацаны, придется ставить пушку. Ждать его пушку и кидать поизон. Но, естественно, пушки уже не будет. Пушку он будет для нашего кабана держать. Это, я думаю, всем понятно. Так, подожди, братик. Смотри, что делаем. Опана, здравствуйте, салам алейкум. И хога, в принципе, принимаем на изи. Да, нормально. Одну плюшку от него получили. Это еще терпимо, пацаны. Это еще куда ни шло. Смотри, что делаем дальше мы с вами. Дальше мы, ребята, поступаем вот таким вот образом. Набрасываем тут еще хога. Непонятный. А, нафига он запад? Что он делает? Алло. Что-то немножко не догоняю, что творит братик наш. Ну ладно, окей, это как бы... Это дело его, это дело не наше, но делает он странно, если честно. Так, подожди, можно тычку? Я понял, тычку нельзя дать. Сейчас будет хок, насколько я понял, да? А хок сейчас будет вот 100% больнючий. Так, подожди. Тихонько. Так. Пацаны, отлично. Кто-то, по-моему, просрал разряд. Притом так, как нам и нужно было. Блин, друзья, охренеть, как дела. Дела идут мега напряжные. Вам честно скажу, так, он успеет. Да, он... У него нереально быстрый цикл, пацаны. Я не знаю, что мне с ним делать, серьезно. Я просто, правда, не знаю, что мне делать с его нереально. Просто охренеть, каким быстрым циклом карт. Я не успеваю, ребят, контролировать. Я просто, правда, ну, в тупую не успеваю. Понимаете суть проблемы? Масштаб трагедии, так сказать. Охренеть, это еще и двойная заморозка. Здравствуйте, я вас тоже прекрасно услышал, я вас тоже прекрасно понял. Так, тихо, ребята. Хо, красавчик, добежал! Респект, братюня. Так, ребята, 200 хп. Слушайте, а какой шанс того, что я успею эти 200 хп просто, ну, не дать ему забрать никаким образом? Так, подождите, я буду сейчас прикладывать просто все усилия для того, чтобы не дать ему забрать... А, понятно. Я понял вас, гайс. Я вас прекрасно понял. Вышку мы как бы и так теряем. Я жду сейчас хога. Да, вот и хог, ребята, подъехал. Здравствуйте. Опа, привет, оба. Здорово, бро. Здравствуйте, молодой человек. Так, тихо, ребята. Слушайте, напряжная, кирды, катка напряжная. Просто словами реально не описать. Ни словами, ничем не... Боже. Вот это вот моя ошибка была, пацаны, которая, походу, будет стоить мне тупо всей катки. То, что я сделал именно вот таким вот образом, я, походу, из-за этого просто взял и подарил пацану катку. Да, ребят, все. Я уже тут ни хрена не сделаю. 275 хп, просто poison и зап. Блин, обидно, ребят. Удачи. Ну, спасибо, братик. 10-й хок. Здорово, чё как бы сказать. Охрененно, наверное, ему. Ему, наверное, да. Ему, наверное, пацаны, здорово. А так прям... А так вот было близко счастье, чтобы закончить видос на первом искателе, но...
еще не все потеряно, пацаны. Прямо сейчас мы делаем еще заход и чекайте. Вот стопудово сейчас делаем красиво. Этого 11 левела надо порвать. Ну, хотя бы постараться это сделать, поэтому полетели. Что тут можно добавить? Я понял, я вас понял, сэр. Слушайте, пацаны, когда ты видишь, вот когда вы видите голема просто, как то, который вот так вот пускается, нужно просто брать и рисковать. Я понял. Нужно брать и рисковать и пушить просто по абсолютно другой стороне. Так, разряд быстрее. Ну, ёлки-палки, ну... Пока накопишь элик, там уже просто вся твоя армия помрет, ну ё-моё. Так, ну вышку я не добираю. А, добираю. Как оказалось, добираю. Притом нифиговенько так. Так, друзья, смотрите, что мы с вами делаем. Мы делаем вот таким вот образом. Я, конечно, потеряю сейчас дохренища хп с моего вышка, с моей вышки справа, но, несмотря на это, мы отдефаем атаку на центр дальнейшую, это как бы раз. И при этом сейчас должны будем замутить просто нереально охренительную контратаку, пацаны. А нет, отбой. По ходу дела, да, отбой. Так, подождите, подождите, ребята, сейчас, секундочку. Буквально дайте мне момент один. Буквально реально один момент. Так, ни хрена себе. Вот это я, называется, пожертвовал мега-рыцарем. Просто в щепки его разобрали нам. Так, друзья, чё ж делать-то у меня вопрос на засыпку? Как бы тут поступить-то так грамотно, чтобы вот Бибу не отсосировать? Так, друзья, сейчас будем думать с вами, Давай голема своего, гад. Кидай, я готов. Понял, вот и голем подъехал, здравствуйте. Салам алейкум. Слушайте, а нафига я пламика именно сюда выдал? Ладно, пацаны, будем думать, что так и задумано. Нет, ни хрена это не так не задумано. Я сделал кирдык, какую жесткую ошибку, земля мне металлом. Так, друзья, вот сейчас вот дела идут довольно хреново, если честно. Так, мы прозапали, тут вроде это нам как-то хоть помогло, хоть немножечко, хоть чуть-чуть. Но в любом случае, что-то как-то это, я смотрю в целом то, что происходит, боже, капец, скелетики хреначат. Мама, мамочка, я понял вас. Друзья, у нас сейчас проблемы. Притом проблемы такого, довольно нехреновенького масштаба, я вам честно скажу. И как бы выкрутиться, это тоже вопрос интересный, на самом-то деле. Так, подождите, принимаем все это добро. Так, минус дровосек, это радует. Мини-пеку там мы тоже разберем вроде как на изях. Блин, друзья, что ж нам сами делать-то? Сейчас он пока не будет выдавать своего голема. Вот сейчас уже выдаст, потому что наш пламик текнул. Но мы здесь уже должны готовить... Ага! Я понял тебя, бро. Я тебя понял, друзья. Я не знаю, как пропушить, понимаете, мою... Вот суть моей проблемы. Я просто, ну, реально не знаю, как пушануть его. Он все контрит. Ну, серьезно, он реально контрит все. Он контрит просто все, что можно, и даже нельзя. Так, подожди, тут я прозапал. Тут я приготовил своих гоблинов, потому что ожидал сейчас его разряда. Так, тихо, мини-пеку... Нет, мы не разберем. Там рейдж. Я не знаю, как надо было это вытаскивать. Ну, серьезно. Ну, я про... Короче, друзья. Это жопа. Погнали тогда хотя бы королевский добьем. Я уж даже не знаю. Блин, это кирдык жопа. Сложно. Не хватает. Не хватает прокачки вышки. Не хватает прокачки карт. Прям ощущается нехватка. Так, лады, пацаны. Все нормально. Все под контролем, ситуация контролируется, переживать там абсолютно не о чем, верно? Я думаю, верно. Поэтому прямо сейчас мы возьмем и сделаем все вот как нужно, все, что называется по красотулечке просто. Возьмем и оформим, как бы, погнали. Где мой... Ну, разряд, где же ты, когда ты нужен, братик? Скажи, пожалуйста нам, где же ты тогда, когда ты так нужен? Так, я понял, это мега-рыцарь тычку дашь? Даст! Даже не одну, пацаны, вы о чем? Две! Друзья, ну почему же все так хреново? Ну почему же так прям жестко-то все происходит? Прям... Ладно, я понял. Хорошо. Мы ситуацию контролируем. У нас все нормально. Мы урон не получили, он получил. То есть в любом случае мы сейчас в преимуществе. Это факт. Это, пацаны, факт, притом охренительный факт. Это факт, который не может не радовать. Так, подожди, братик, а ты что делаешь? Ты что это задумал? Так, не-не-не, даже не думаю, нифига себе, почти полуледяного голема нам разобрали, жестко. Вот это вот на самом-то деле правда жестко. Так, подождите, давайте я накину мышей летучих, ну вот опять же, чисто прочекаем, что получится хотя бы из этого дела. А вот прикинь, что-то реально жесткое. Так, подожди, давайте я даже гоблинов дам, а вот опять же, вдруг что-то нормальное выйдет. Мы хотя бы попробуем. Так, пацаны, забираем, разбираем. Ну, мега-рыцарь, хотя бы тычечку. Спасибо!
Спасибо тебе огромное, Мега Рыцарь. Да чё ж, блин, еще и разряд немножко кривой. Ну ладно, хрен с ним. Все равно пламя бы я никак не заюзал. А так он, в принципе, принял урон. И на этом все. И на этом, пацаны, как бы история заканчивается. Так. Чё нам сейчас с вами делать? Вопрос просто на миллион. На мульт, серьезно. Так, смотри, знаешь, что можно организовать? Я сейчас тебе покажу, как на самом-то деле можно сделать. Можно сделать вот так вот, привет. Потом можно сделать вот так вот, здорово. И подготовить еще и поизон, как бы. Раз, два и три. Салам пополам. Вот так вот это будет выглядеть. Так, все, минус. Блин, у меня поизон не ваншотит, алло, охренеть. Мышей, которые как бы мышки, вообще у ХП у них нет. Он их не ваншотит. Дожил. Так, тихо, ребятухи. Все нормально. Ситуация, я напомню, под контролем. У меня всегда ситуация вот так вот выглядит. Она всегда у меня под контролем. Боже, он запарил с этим торнадо. С этим торнадо, ребята, он заколебал. Хок, спасибо за тычку, бро. Я это очень ценю, братишка, правда. Очень-очень ценю. Так, тихонько, разбираем. Все нормально, ребята. Мы не паникуем абсолютно, потому что, а что нам паниковать-то? Паниковать надо тем, у кого какие-то проблемы. У нас разве есть проблемы? Да нифига подобного. Проблем у нас вообще нет. Мы в шоколаде, я напомню. Слушайте, на самом деле 928 хп это не так уж и сложно добить. Просто главное немножечко усилий хотя бы приложить, ребят. Вот самую малость, и все. И будет уже ведь четко, будет уже ведь классно. Ты запарил меня со своим торнадо, братик. Ты меня просто даже не представляешь. Представляешь, как забодал. Хок даже тычку, пацаны, дать не может. Это фиаско, братан. Это фиаско, братик. Так, подождите. Так, ледяной, братишка, помоги. Помоги немножечко хотя бы. Так, давайте я оформлю гоблинов. Давайте опять же оформлю хога и подготовлю опять же поизон. Потому что без поизона прям туго. Так, поизон, господи, торнадо у него наготове. Я это ожидаю. Хок. Лучший. Просто лучший. Друзья, охренеть. Вот это пот. Заслуженные 31 трофей. И королевский сундук на последок этого видоса. Погнали. 700 золота, гемасы, хата с гоблин. Втор. Две леги, гайс. Ну за такое стопудовый лайк. Охренеть. Две легендарки за один видос. В общем, друзья, я что сказать-то хотел. Спасибо вам за просмотр. Я желаю вам удачи. Всем всего хорошего, там, что называется, до скорых новых встреч. Желаю всем побольше такого же везения. Ну и давайте. Чава-какава. Угу.